Один из самых быстрых способов погасить задолженность по налогам узнал житель Рязани. Ему сообщили, что он ушел в минус на 80 тысяч рублей. Погасить задолженность сразу у мужчины не получилось. Тогда к делу подключились сотрудники отделения судебных приставов по взысканию административных штрафов. В ходе работы сотрудники органов принудительного исполнения в присутствии понятых наложили арест на гаджеты, предварительно оценив смартфон и умные часы в 60 тысяч рублей. Однако в течение дня после оформления документов гражданин М полностью погасил имеющуюся задолженность по налогам и вернул себе обратно арестованное имущество. Региональное управление Федеральной службы судебных приставов напомнило рязанцам, что в ходе исполнения требований исполнительного документа специалист вправе арестовать имущество, изъять его и выставить на продажу. Что еще важнее, все расходы на хранение арестованного имущества взыскиваются с должника. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Рязанской области рекомендует гражданам контролировать и своевременно оплачивать свои долговые обязательства, регулярно проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов России в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также использовать возможности мобильного приложения ФССП России. Даже такое минимальное внимание к своим долгам поможет защитить нервную систему от лишних стрессов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».